Товарищи, всем привет. В общем, скоро тут не за горами весна у нас. Вот, решили мы с корешем новый мотор себе приобрести. Тридцатки не хватает, сороковку решили. Посмотрели, что-то ничего не насмотрели. Ну, так как мы нищеброды, короче, сделали просто. Вот. У нас был небольшой выбор, альфа, на которых я уже езжу, в принципе, давно. Потом C Pro, которая стоит самая дешевая. Это самый, походу, ну, знаю, все про него плохо пишут. Вот. И есть вот еще такой бренд, появился Yammer. Yammer это, короче, это получается у нас альфа. Ой, альфа. Вру, альфа. Это получается, как же, Хайди. У меня тоже был Хайди, долго мы на нем ездили. Очень классный мотор, Хайди пятнашка был. Вот. Вообще проблем с ним не было. Так. Это Хайди, это тоже завод Хайди. И это, как бы, еще вот одно направление, называется Yammer. Вот. Но сейчас мы смотрим уже Yammer сороковку. Ну, сороковку мотор вообще смотрим. Вот. И высмотрели Yammer. То есть, стоит он дешево. Получается 221 тысячу стоит этот мотор сороковка на длинной ноге с гидроподъемом 221 800 рублей. Вот там в комплекте идет все то же самое: бачок, хренок, все троса управления, редуктор идет, короче, тяга рулевая идет, ну, короче, все полностью комплект весь. Вот. И сегодня утром я пытался позвонить. А, вот, самое главное, не сказал, где покупаю. Покупаем, короче, ну, сейчас попытаемся посотрудничать. Есть такая уже сеть крупная, так скажем, X-Motors. Это, конечно, не как Global Drive. Вот, был у меня с ними печальный опыт с Global Drive, да, наверное, помнят некоторые. И был как раз опыт общения с X-Motors. Это как раз их по касательной задело из-за Global Drive. Вот, потом мы там связывались с их директором или менеджером, я уж не помню с кем. Вот, и, ну, обсудили все, решили, короче, все нормально. И сейчас вот я хочу попробовать купить в их сети вот этот вот мотор за 221 тысячу. И я, ну, меня менеджер сейчас предупредил, именно в Архангельске, как это будет выглядеть. То есть мне нужно внести 50% предоплату, там 111 тысяч, ладно, это ерунда. И сразу предупредил, ну, честно, что, говорит, цена может измениться. Типа, ну, если вырастет цена, вот, то мы на это, говорит, повлиять не можем. Я говорю, а как вы не можете повлиять, если вы же знаете закуп мотора, да? Вот, вы закупаете у них, делаете закуп вот по такой цене. То есть цена для вас уже не может измениться. Вот, и, соответственно, для клиента она тоже не может измениться, потому что закуп уже был сделан. Да? Это уже только на усмотрение самого директора, грубо говоря. Ну, короче, вот. Потом мне сказал, что цена может измениться. В этом случае я напишу заявление на возмещение, ну, на возврат средств. Это будет, конечно, некрасиво, потому что это, ну, это реально некрасиво, это пиздец какой развод будет тогда, да, я первый раз вот такое слышу. А, в Global Drive так еще любят делать, говорят, что цена меняется, потому что там закуп подорожал. Я говорю, так, позвоните, ну, к себе там в генеральный офис, да, вот, и спросите по поводу вот так-то, так-то, вообще какой закуп, может, вы тут за нас всех водите, грубо говоря, да, и не 221 тысячу, это только закуп, вот, оптовый, да, какой-нибудь, а будет для обычного бедняка, будет там еще, как бы, плюс 50 тысяч, а вы тут этот закуп, чтобы у вас клевало на, так скажем, на объявление, вы как раз этот закуп и сюда и ценник весите, блядь. Ну, короче, все будет сегодня видно. Вернее, не сегодня видно. Менеджер мне сказал, что мотор придет через где-то 2 недели. Я не знаю, откуда он идет. Ну, мне кажется, они где-нибудь на складе в Москве лежат. До нас тут ехать неделю.
это максимум недели. Вот. Посмотрим, чем закончится дело. Сегодня поеду вносить 110 тысяч рублей. Вот.